в добрый путь. И дай Бог, чтобы все у нас вместе получилось. Союз работников культуры вручает Лебедянской Бултаевой Светлане Борисовне диплом за весовый вклад сохранения и развития отечественной культуры и активное участие в деятельности Союза. Верь в себя, поверь в мечту, поверь в любовь и красоту, поверь, рожден ты побеждать. Вот у нас даже в нашей профессии нет понятия «человек с другими возможностями». Это просто человек уникальный. Вот я всегда говорю, что вот если человек может быть чего-то лишен, то у него совершенно другие вещи работают феноменально. Я как театральный режиссер могу сказать, что я очень люблю людей с комплексами, которые боятся чего-то, но зато они как бы выходят в пространство мировое, и они уникальны. И мне кажется, что любая помощь и любая благотворительность должна быть адресная. В нашей жизни есть что-то, что нас объединяет невидимо. И то, что творит добро, несмотря на то, что очень много в нашей жизни зла. И мы действительно должны вот это добро поддерживать. Вот и произошло долгожданное открытие нашего благотворительного салона «Поверь в мечту» или «Благоарт», как мы его мило называем. Мы благодарны всем гостям, которые пришли к нам сегодня поддержать, поприветствовать, сказать теплые слова. Мы благодарны художникам, которые предоставили свои работы на первый «Благоарт-салон», на реализацию проектов. И благодарны торговому центру «Парус», который предоставил площадку. «Благоарт-салон» – это как бы детище благотворительного фонда «Поверь мечту». Основная цель фонда – это поддержание и работа проекта «Выездная школа искусств». Это проект уникальный. Команда педагогов по различным направлениям и видам искусств выезжают к детям в детские дома, больницы, онкоцентры. Дети ждут, волнуются. Творчество является таким стимулятором. Насколько оживают их глаза, появляется румянец, то есть они рады, они видят то, что они сделали, да, на ярких листах бумаги, пастелью, выполненной там или яркими красками. То есть это их воодушевляет, и то есть в этот момент они забывают о болезни. Он расцветает, он радуется. То есть мы лечим, наверное, душу, скорее всего, да. Все о творчестве и творческих людях на канале TVM Channel.